отследили крупные инвестиции в проект на Балканах под кодовым названием «Черная акула». Он имеет прямое отношение к небоскребу, с которым вы уже имели дело. Не хочется опять гоняться за Обероном все 20 этажей, поэтому взорвите эту высотку прямо сейчас. Осмотрим на его лицо, когда куча денег превратится в пыль. Все просто. Нейтрализуйте цели и доберитесь до лифта. Вперед! Кинуть здание. Если все сделать быстро, проблем не будет. Начинайте ставить заряды со следующего этажа. Ловите заряды. Осталось поставить еще несколько, и тогда эта чертова акула сложится как карточный домик. Мы до сих пор не знаем, почему Оберон решил построить небоскреб в этой глуши. Пригодится любая информация, в том числе с ноутбуков и терминалов. Происходит что-то странное. Какие-то звуки. Черт, противник!
просочитесь к терминалу. Там наверняка есть что-то ценное. Хорошо, теперь к лифту. Продолжайте установку зарядов, а мы пока займемся расшифровкой файлов. Похоже, Оберон понятия не имеет, как управлять этими тварями. Помните прошлую операцию? Ученые Блэквуд напортачились сигналом. В итоге так называемые суперсолдаты превратились в чудовищ и уничтожили базу, а потом и окрестные деревни. С тех пор ничего не изменилось. Оставайтесь в центре, бойцы. В темноту лучше не соваться. Ставьте заряды, а потом на следующий этап. Внимание! Нам удалось расшифровать файлы. Черная акула — это не небоскреб, а гигантский передатчик. Он может транслировать четкий сигнал на тысячи километров. Если Блэквуд закончит работу, мы будем сражаться с этими тварями по всей Европе. Я просто мечтаю увидеть, как это здание развалится на части. Вам нужно зачистить еще один этаж.
лифту. Времени мало. Блэквуд уже знают о нашей атаке. Они выслали подкрепление. Рассредоточьтесь и найдите РПГ. Ставьте заряды. Кидаю гранату. Новая информация. На одном из этажей находятся камеры для заключенных. И недавно туда кого-то доставили. Придется задержаться. Быть не может. Это команда Ледяного Пика. Они пропали около года назад. Нужно вытащить их отсюда. Наверняка им есть что нам рассказать.
отсюда открыть двери не выйдет. Где-то должен быть генератор, снабжающий их энергией. Придется зачистить пару этажей и отключить его. Главная цель – резервный генератор. Отключите его, тогда мы сможем вытащить наших ребят. Отправим другую вертушку.
снаряды. Время на исходе. Систему наведения ракет.
Идем на крышу. Кидаю гранату. Мы потеряли много времени. Вот-вот случится взрыв. Сейчас рванет!